Магнитогорск вошел в топ-10 городов России по доступности и комфорту жизни. Соответствующий рейтинг был составлен экспертами Института территориального планирования «Урбаника». Всего в исследовании приняли участие 100 городов с населением свыше 173 тысяч человек. Согласны ли с экспертами магнитогорцы, узнавал Павел Берсенев. В своем исследовании специалисты «Урбаники» руководствовались данными Росстата. Рейтинг составлялся, исходя из множества параметров. Была дана оценка качеству городской среды, а именно транспортная доступность, обеспеченность жильем, экология, освещенность. Кроме того, учитывалась стоимость различных услуг – ЖКХ, приобретение собственного жилья, аренда однокомнатной квартиры, покупательская способность и уровень текущих расходов. В итоге эксперты Института территориального планирования поставили Магнитогорск на 9-е место. Отметим, наш город опередил даже близлежащие миллионники – Челябинск, Уфу, Екатеринбург. Считаете ли вы Магнитогорск комфортным городом и почему? Ну, вполне комфортно. Просто по сравнению с другими городами. В чем это проявляется? Ну, отношения людей друг к другу. Ну и благоустройство сейчас делается. Снег тут же вывозят, не как при предыдущем мэре завал был. Мне в нем все нравится, тем более за последнее время, что его все более и более благоустраивают. Вообще замечательно. Вот если сравнить с другими городами, наверняка же это будет лучше. Нет, наш все равно лучше, я считаю, Магнитогорск. Почему? Я уже 150 лет живу здесь. Я уже привыкла, все уже как все свои. Комфортный, да, особенно сейчас. Ну, раньше-то ничего не было, а сейчас вон все... И здесь все сделано кругом. Для меня он более-менее комфортный. Мне здесь нравится, я здесь родилась. Я люблю свой город. Не знаю, у нас красиво, дороги делают в последнее время, аллеи вот такие красивые. Знаю, мне нравится наш город, поэтому я ничего плохого о нем сказать не могу. Для меня хороший город. Я тут выросла, тут я семью создала, тут я отдала детей, внуков. У меня сын на комбинате работает. Дочка тоже в сфере обслуживания. Я сама тоже работаю. У меня хорошая работа. Ну, я довольна, я рада, что я здесь живу. У Магнитогорска есть все перспективы для роста, ведь по такому показателю, как стоимость жизни, наш город уже занимает 4-е место в рейтинге, а на улучшение такого показателя, как качество среды, направлена в том числе экологическая программа Магнитогорского металлургического комбината «Чистый город». Она рассчитана до 2025 года, а ее цель – снизить комплексный показатель загрязнения атмосферы до 5 единиц, что соответствует определению «Чистый город». Отметим, также в топ-10 городов урбаники по комфорту вошли Краснодар, Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Тверь, Уфа, Южно-Сахалинск. Павел Берсенев, Александр Моргунов, телекомпания ТВН.